Единственный мост, соединяющий десятки аулов с райцентром Жалагаш в Кызылординской области, может рухнуть в любую минуту. Переправа, построенная еще в 1967 году, находится в аварийном состоянии. По словам специалистов, мостовые опоры сместились, из-за чего конструкция представляет большую опасность. Сейчас этот участок взят под круглосуточное наблюдение, рассказывает Аида Хамзина. Вот так жителям Жалагашского района приходится пересекать переправу. Пассажиры автобусов делают это пешком. Говорят, на машине очень опасно. На мосту образовались глубокие трещины. По словам специалистов, из-за давления конструкция может рухнуть в любой момент. Ситуация критическая. Запретили проезд большегрузным машинам. И современные автобусы, которые могут перевозить до 120 человек, которые едут с Байконура, здесь останавливаем. Просим пассажиров пройти пешком и пересаживаем на другой автобус из Кызылорды. Пока запрет не действует только на легковушки и микроавтобусы, которые курсируют между селами. Люди говорят, что возмущены таким положением и винят чиновников в бездействии. Это очень страшно же. Машины проезжают и могут в любой момент провалиться. Вот сейчас смотрю, мост уже оседает. Куда смотрели? Взялись, когда уже все разваливается. На все есть гарантийный срок, после которого любая конструкция может развалиться. Можно же было все сделать вовремя. Они же знали, что мост старый. Этот мост, в народе называемый «Северный коллектор», соединяет райцентр Жалагаш с десятками аулов. Длина переправы 54 метра. Построенная почти полвека назад, по словам жителей, она еще ни разу не видела ремонта. Мостовые опоры уже сместились на 20 сантиметров. Чиновники назначили проверку. После ее результатов, заявляют они, будет известна сумма расходов. И только тогда они возьмутся за восстановление моста. А пока там ведется круглосуточное наблюдение, дежурит спецтехника. Аида Хамзина, Мөлдір Кужахметова, Кайрат Рабаев, 7 канал, Кызылординская область.